Александр Викторович, губернатор, он для нас поставил задачу, в том числе для меня, как для руководителя города, то, что обозначил дословно. Потому что город Назаров – это для Красноярского края опорный город. Вот отсюда и такие же задачи. Прежде всего, сделать город более комфортным для проживания всех категорий, всех групп жителей. Для этого есть ряд нескольких направлений. Очень жестко жители критикуют и требуют от власти, в том числе от меня, тема благоустройства, дорожного строительства, капитальный ремонт. Ну и, конечно, вот мы находимся на территории Березовой рощи. Это уникальное место. И если даже вот попытаться сравнить в чем-то, пусть мне город Красноярск правильно не обижаются, но здесь территория более масштабная даже и более перспективная. Мы здесь видим, что только малая часть сделана. Тем не менее, по выходным разные категории наших жителей, начиная приходил 7, уже здесь приходил, половина 7, уже жители здесь. Конечно, очень много предстоит сделать. И Алексей Игоревич обозначил ему, как, в том числе тоже как такое напутствие, наставление, 7-6 гектар общая территория. И, к сожалению, мы на самом деле еще не можем сказать, куда мы движемся. Мы фрагментарно один угол, въездную группу сделали. Сейчас веду переговоры с опытными проектировщиками, имеющие опыт реализации вот таких масштабных проектов, чтобы они подготовили предложение и вынесли на обсуждение наших жителей, активных жителей. Они очень активно обсуждают и готовы поддержать. И, соответственно, с участием Алексея Игоревича, он видел наши желания, стремления и наши проекты, которые он поддерживает. Ну и, безусловно, многие проекты требуют поддержки и правительства, и в том числе законодательного собрания. Алексей Игоревич не первый раз в городе, он способен это оценить. И он сегодня уже отметил те направления, которые совпадают с нашими предложениями, он их поддержал. Я думаю, что такая слаженная работа в команде жителей, их ожидания и пожелания, и критический такой надзор, в том числе и руководство города, и поддержка губернатора, и ЗАГС собрания, команды в целом, такая слаженная получается. Я думаю, что нам получится сделать, чтобы в городе было существенно комфортнее и уютнее жить.